Этот дрон меня чуть не уничтожил. Должно быть, это очень старая модель. Если бы это был современный полицейский дрон, без оружия мои шансы уцелеть были бы минимальны. Почему этот аэрокар здесь бросили? Отсюда добраться до города пешком довольно сложно. Гаражные ворота. Надеюсь, они не заперты. Это устройство глушения не позволяет обнаружить подземную лабораторию. Нужно отключить его. Теперь устройство неактивно. Осталось найти и отключить второе. Нужно вернуться в аэрокар. Эти солнечные батареи могут мне пригодиться. Надо будет вернуться за ними позже. Второе глушащее устройство неактивно. Теперь мы сможем определить расположение лаборатории. Надо связаться с Ником. Прием, Артли! Ник, прием. Связь только что восстановилась. Я отключил вторую глушилку. Отлично. Вы долго не выходили на связь. У вас все в порядке? Да, за исключением охранных дронов, пытавшихся меня уничтожить. Им не хватило маневренности. Видимо, это была устаревшая модель. Охранные дроны? У нас не было данных о них. Будьте осторожны. Можем ли мы теперь определить местоположение лаборатории? Да, мы можем обнаружить всю электронику в радиусе нескольких километров. Вижу ваш сигнал, аэрокар. Два глушащих устройства. Нашел крупный объект к северо-западу от вас. Скорее всего, это лаборатория. Пересылаю координаты. Найдите способ проникнуть внутрь. Принято. Я на месте, но здесь ничего нет. Нужно осмотреться. Люди в прошлом активно использовали древесину в качестве строительного материала. Это возобновляемый ресурс, но люди расходовали его нерационально. Это место прекрасно подходит, чтобы разместить здесь секретный объект. Оно находится далеко от городов и укрыто в горах. Прием. Ник, я обнаружил вход, но панель доступа неактивна, и я не могу попасть внутрь. Видимо, лаборатория была обесточена после консервации. Но должен быть способ активировать панель вручную. В вашем интеркоме есть детектор, который позволит обнаружить энергетические узлы. Запустите его. Попробуйте определить, куда ведут энергетические каналы. Вероятно, вы сможете найти способ восстановить подачу питания. Сейчас попробую. Да, Вы правы. Я вижу, что под землей проходит энергетический канал. Спасибо за информацию. Спасибо за информацию. Нужно проверить остальные ветви энергетического канала. Думаю, этот человек лежит здесь уже много лет. Интересно, что с ним случилось. Наверное, стоит его обыскать. У него была только пластиковая ключ-карта. Может быть, с ее помощью я смогу проникнуть в лабораторию. Панель доступа теперь активна. Аварийное освещение. Вероятно, лаборатория стоит покинутой многие годы.